такой, что там на улице так красно? Смотри. Ну подожди, я же говорю. Вот это да, вот это горим. А я такая смотрю в окно, не пойму, что происходит за окном, все красное. И солнце светит. Ну скоро солнце закроет полностью. Капец. Вон пламя видно. Да, да, пламя видно. Там же деревья какие. Прям все. Поехали, ля, и солнце красное, прям, да? Сейчас эвакуировать будут людей оттуда, вот, домов, наверное. Конечно. Я говорю, как только ветер поднимается, они находят. Это страшная картина. Вы видите эту картину? На машинах все красное, смотрите. Как это называется? Это просто жесть. Я в шоке. Да-да. Я так близко к пожару не была и не видела. А уже другое небо. Более темное или более красное. Ужас, короче. Я никогда в жизни не видела вот так вот близко. Все было далеко. А это совсем уж близко. Вот, смотрите, какое небо. Вон оно везде такое. Указал, вот. Что в Хамасе высоко просто ужас. Борьбу палестинцев черное, на камере вообще черное. Призвал всех арабов, проживающих в городах Иудеи вот и Самарии, вот присоединиться пожар, к этой борьбе и вступить в сражение с сионистами возле каждого еврейского. Я не представляю, какая там площадь просто этого пожара. Корреспондент Галь Арамович. Видите, какого цвета солнце? Блин, оно так не видно, оно просто красное, ой, блин, оно просто красное-красное. Сняло? Да, да. Ужас. Вот это солнце горит. А мы заезжаем в туннель, видите, как это все над туннелем. Сейчас вот выезжаем с туннеля, мы были час в туннеле, то было 5 часов, сейчас 6, и вот какое небо, все в дыму, но уже не такое страшное, кажется. Ну как, все в дыму, как вот такое страшное? Ну в дыму, да, ну, то было тебе? Вообще красное такое, яркое. Что-то, ты стой, нам надо отметиться. Хотел бы тебе сказать. Все, ну мы вот отмечаемся, это моя фотка. И я иду, смотрите, отмечаться вот так вот. Так вот. Все, двоих отметила. Это чтобы нас не потеряли в туннеле. Мы уехали. Ну, обычно начало чесать между нами. Да, Марик, я снимаю до сих пор видео. Ты посмотри, все там черное. Да, да, дым такой черный. Но уже, видимо, тушит, раз черный. Не знаю. Наоборот, светлый должен быть. Да. Неужели туда все пошло? Ветер ужас, сильный. Конечно. Там же тоже леса. Ты же видимо, мы ехали. Угу. Где этого? Вот, но оно уже разъяснилось, смотри как. То было вообще много. А что думаешь, это просто еще пока остаточное явление? Ну да. А мне кажется, туда все пошло. Куда? Туда? Да. Вперед? Ты черная? Пожар туда пошел. Не знаю. Тут уже не так, он уже солнце проясняется. Тут солнца не было. Значит, потушили. Ну, слава богу, если потушили. Ну, что-то я не видела вертолетов и техники наверху. Не, ну, они не могут потушать этими, вот такими швангами. Это естественно. Не, ну, а что мы не видели тушили. Вертолетов? А? А что мы не видели тут вертолетов? Не знаю, ну, за горой-то. Вот, видишь уже, как себе чистое небо. Нет, вон пожар есть. Ну, есть, но вот тут было все тоже темное. Просто вот там, сейчас я приду на то место. Там все сгорело, но сейчас с ним... вот тут горит сейчас, вот тут, вон. Ну, вон да. Везде горит. Ну ветер уже... А, нет, ветер есть еще. Ничего себе, ветер сильный. Вот. Да. Ну, сейчас стану на место, где я Смисрадов показывала. Все и... продумывает, все продумывает. Мари говорит, что это был поджог. Но, скорее всего, конечно, не такая уж и жара сейчас. Ну, ветер сильный. Ну, вот когда ветер, тогда и поджигают. Смотрят, чтобы побольше спалить. Сейчас я выйду. Вот, уже видите, солнце видно. Пожар чуть отошел в сторону. Это было вообще. Вот, а сейчас солнце вышло, ну, небо уже проясняется.
там уже луна видна. В общем, мы уже собираемся домой ехать. Потому что времени... Это мы так поздно, чтобы ехали в туннель, конечно. Такое редко бывает, но это чрезвычайная ситуация, потому что очень срочно нужно было. У меня тут, как всегда, на столе, видите, шоколад, все, что хочешь. Вот мой гель, я им уже не пользуюсь, до сих пор стоит. Вот, в общем, все, пароль я вам не показываю. Дым, это не облака. Вон еще в другой стороне, пожалуй. Это в той же стороне или в другой стороне? Сейчас поднимусь. Не, там же. Там же. Только вот с другого ракурса. Тебе Денис же сбросил. Что? Не, мне не сбросил. Там. Это туда, куда я еду. В общем. Же, а тут же я. Шорыш или как? Да, Шорыш. Это за Бугошем. Да. По первому ключу. Лес горит. На следующий день, сегодня уже 16 число, вчера было 15, я снимала пожары, смотрите, что сегодня. То же самое. Чуть-чуть меньше, кажется, но то же самое, похоже. Вот солнце еще выше, поэтому не так красное. Вот так вообще то же самое, представляете? Снова либо запалили, либо что. В общем, страдают Иерусалимские леса. Вот так вот.